В Мурманской области продолжаются акции в поддержку российской армии. С триколором под звуки военного оркестра на главную площадь Полярного вышли юноармейцы и военнослужащие гарнизона. Стать рядом со взрослыми – большая честь для юнормейцев Полярного. Они вместе с военными вышли на акцию в поддержку российских войск. Участие в событии приняла и сенатор Татьяна Сахарова, посетившая муниципалитет с рабочим визитом. Сегодня я увидела замечательную, неравнодушную молодежь, маленьких ребятят, которые стояли, маршировали под замечательные гимны, вот те, которые нас объединяют. И вот дорогого стоит, когда видишь такие моменты. Только так, только личным примером можно сегодня рассказывать и про историю, заниматься воспитанием. И, наверное, только так это будет. Вышли на главную городскую площадь и члены профсоюзов учреждений города, и жены военных. Конечно, было приятно, что кто смог из женсовета с маленькими детьми сегодня пришли и поддержали эту акцию. Мы вместе, мы единое целое. Наша страна – самая сильная страна. В небо выпустили шары трех цветов. Военный оркестр исполнил несколько знаменитых композиций и завершили акцию гимном Российской Федерации.